числе награжденных руководитель производственной компании «Любава» Любовь Заркова, которая занимается производством плавленных пастообразных творожных сыров и масложировой продукции. За свое существование с 1995 года «Любава» неоднократно была отмечена на городском и краевом уровнях. Сегодня вручена почетная грамота от правительства Алтайского края, утвержденная губернатором Александром Карлиным. Продукция «Любавы» представлена более чем в 15 регионах России. На предприятии трудится около сотни человек. На старте запуск нового проекта. Это у нас большой масложировой цех. И первый в Алтайском крае цех по производству маргарина. Я хочу поздравить всех предпринимателей с праздником, с этим трудовым праздником доблести и чести.